Ребятушки, всем привет, всем доброе утро, всех вас целую, люблю, долны и обратно. В общем, ребятки, я та самая тетка в халате с бигудями, накрутила бигудин, я так никогда вообще, в принципе, бигудями так и не пользовалась. А это вот такие вот мягкие, поролоновые, и, в общем, ну, мне их не хватило, вот сюда не хватило, куда-то еще не хватило. Посмотреть вообще, как оно будет, может, как-то поживее будет там, как-то попушистее будет. И, в общем, посмотрю результат. Мы сегодня едем в город, потому что надвигаются, девчата, праздники, выходные. Ну и поедем. Детей забрать надо с города. Сегодня суббота. Вчера они не приехали. Вот, потому что Алина вчера поздно заканчивала. Я говорю, оставайтесь в городе. Мы сегодня, говорю, будем... Сегодня суббота. Приедем, говорю, заберем вас, чтобы она на маршрутке уже... Она даже вчера и не успела. Она ж ходит сейчас на обучение к этому мастеру. И у нее вчера модель была. У нее почти что каждый день приходит модель. Вот это она подстригает. Она прям живет этим. Ей это очень все это дело нравится. Вот. А тут у нее еще на днях была клиентка. О, не клиентка. Ну, в смысле, модель. Все, выключай. С розетки выключай. Этот... Модель была, и, в общем, она, Алина ее подстригла, и она ей оставила 1000 рублей. Она начала, ой, да не надо, вы же модель, там, это, я же на вас учусь, там. Нет, нет, любой, говорит, труд должен оплачиваться. А еще одна клиентка тоже на днях была, в общем, она ее подстригла. Не клиентка, как бы клиентка, это уже когда она работает, а модель. Она ей пошла, купила тортик, принесла тортик, ну и Алина такая, конечно же. Довольная вся. Вот. И вчера у нее была модель, и закончила она уже где-то в 5 вечера. Я говорю, все, оставайся. Сегодня, говорю, приедем, заберем вас. Ну и поедем сегодня на рынок. Кое-что купить надо, девчата. Вчера дождь был. Клумба моя, я все ж клумбу вам буду показывать. Клумба моя стоит на месте. Ничего вчера с ней не делали. Вот. Потом советуют цветок гортензия. Я посмотрела в интернете, как он выглядит, как этот куст большой такой становится, как он красиво цветет. Вот, посмотрю этот цветок. Может быть, ну, на рынке продают у нас. Вот. И эти дни свободная буду. Будем заниматься клумбой. Буду сажать, буду подсыпать все, что я туда хочу сделать. Ну, в общем, планы такие. Потом спрашиваете, покажи свою рассаду. Девчата, нечего показать. Петуньи мои погибли. Я начала... Сначала все пошло хорошо. Они у меня... Это я Камиле, девчата, завтрак готовлю. Гренки. Она любит гренки. Вот. И сначала пошло как бы все нормально. Они взошли, но они ж капризные. Они ж такие тонюсенькие, такие прям этот... И когда я уже начала их проветривать, открывать там по несколько минут в день... Проветривала, проветривала, потом они уже начали шапочки эти ударяться в крышку. Думаю, ну надо уже открывать их, пора. Ну и, в общем, когда я их открыла, вот тогда они у меня и все. Сразу как-то они у меня зачахли. В общем, рассада у меня не получилась. Так что рассаду на петунье уже куплю готовую, поедем в теплице. Ну, еще рановато, конечно. Ну да, рановато еще. А так куплю готовую. И оказывается, я не одна такая. Это надо быть настолько таким спецом-профессионалом. Вот. Я не спец, не профессионал. Это было первый раз в моей жизни, когда я что-то посеяла. Я вообще никогда не выращивала рассаду. Даже когда мы сажали огород, рассаду всегда покупала готовую. То есть место готовили. А потом у нас либо в город ездили, покупали, либо вот по аулу ездят машины, рупор кричат, продается рассада. Вот с рассадой я дел вообще никаких не имела. И вот это решила попробовать, но, в общем, у меня не получилось. Так что показывать мне, девчата, вам нечего. Камила у нас рано встает, она и завтракает рано. Мы завтракать... Не завтракаем. Ну, в смысле, так рано не завтракаем. Вот у меня, допустим, мне завтракать хочется где-то часов в 11. И Эдик также. Мы с утра на распивке. Пока кофе не напьемся. Кофе напьемся, потом завтракаем. Так. А бывает сразу завтрак, перетекающий в обед. Ребенка нужно накормить.
блинки я с солью делаю. Знаю, что еще сладкие делают, сахар добавляют. Даже не пробовала, девчата. Даже понятия не имею, как это сладкие гренки. И чай, гренки, и чай. Сейчас чайник включу. В общем, потом раскручу бигуди. Посмотрим, что там у меня получится. Может, поживее что-нибудь такое будет. Ну что, девчата, посмотрим, что у нас тут получилось. Я уже оделась сразу, чтобы потом прическу свою не испортить. Сейчас прогрею феном, чтобы они там хорошо зафиксировались. Надо было вообще на ночь сделать, на мокрый волос. А я уже, ну, что-то там поднакрутилась, видите. То подмывает меня подстричься, то потом сдерживает меня. Юля, не стригись. И волос короткий тоже не хочется. Вот это вот каждое утро все у меня вот сюда вот залазит. И за счет этого приходится каждый день мыть голову, чтобы как-то это все дело уложить. Так. Ну, кудряхи получились. Угу. Бигудюшки хорошие, мягкие такие, видите, поролоновые. Да бигудей много, но я не кручу. Еще есть какие-то гнущиеся такие, еще термобигуди есть. Главное, что они есть, но я ими не пользуюсь. Так. Ну что, живенько так. Буду пользоваться теперь. Надо еще такую одну пачку, чтобы на всю голову хватало. Ага, нормально. Если на ночь так сделать, было бы хорошо. Так, сейчас я вынимаю расческу. Нормально, девчата, гляньте. И кудрях таких прям сильных нету. И объем дала. Видите? Так, тут что у нас за проплешина? Нормально. Попробую на ночь сегодня накрутить. А утром распустить и посмотреть, что получится. Сзади не вижу как. Вроде нормально. А у меня еще есть этот, знаете, что? Пудра есть. Сейчас я попробую пудра еще припудрить, чтобы оно у меня не опустилось, если дети не забрали. Тут же что купишь себе? А, вот там Сталин пудра. Что себе купишь, они увидят, забирают с собой. То Алина, то Тимур. Тот раз пудру купила, и этот, смотрю, Тимур тащил. Так. Ага. Пудра хорошо фиксирует. Чем лак. Все, в эту сторону положили. Сейчас эту положим. Так. Ее прям чуть-чуть надо. Все, красота. Вот как весна пришла, птички запели, прически хочется делать. Ну, сейчас я тут подкорректирую, чтобы тут тоже живенько было. Нормально. Хорошо. Прям как будто объем такой есть. А хотите, я вам, девчата, свою клумбу покажу? Хотите, не хотите, все равно покажу. В общем, этот, скажите, надоело ты уже со своей клумбой. В общем, смотрите, тут новая у меня вот образовалась. Видите, вот такой участочек. Это обрезки, что оставались, и я думала пустить их на пристволовые круги. А потом, думаю, не буду я никаких пристволовых кругов делать. В общем, вот так вот еще я огородила. И вот ту шаровидную тоже огородила. Ну и сейчас поедем в город, посмотрю, девчата, гортензии. Может быть, вот сюда вот куст гортензии бы я посадила. Розы я докуплю. Сказали, розы мало на такой участок, 5 штук. Вообще написали, надо досаживать там. Досаживать. Ну, то есть, к
каждому подсадить еще. Кто-то писал, вообще 3 вместе надо сажать. Ну, хотя бы 2. 2 подсажу, по 2 подсажу. Ну да, тут этот большой такой, а большой такой, а розочек мало здесь. Ну, в общем, посмотрю сейчас, что там на рынке будут продавать у нас по цветам. Сейчас же уже все, начинается сезон цветов. И пришла мне, девчата, кора. Пришла кора дубовая, такая прям вкусно так пахнет, такая красивая, ой, дубовая, какая, сосновая, ну, по-моему, да, так вкусненько пахнет, так она прям это красивая, красненькая такая, ну и этот, вообще сегодня должны были с карьера камни привезти, ну не знаю, сегодня мы уезжаем, может быть, завтра привезут. Вот, и вот эти дни займемся уже прям окончательно отделкой этой клумбы. Вот. А раньше я почему, девчата, не делала? Потому что я знала, что я не справлюсь. А вот он тебе пырей, видите, прет, лезет. Я вот ждала момента, во-первых, когда уже все начнем обустраивать, благоустраивать, когда вырисуется конкретное место, а не так здесь посадил, потом передумал, потом это. А это уже конкретное место, и я знала, что я с травой бороться не смогу. Вот, к маме, я помню, к маме уедешь, приедешь, что помидоры жук сожрал, то еще что-нибудь. Вот, а мне надо так, вот основательно, чтобы эту клумбу не полоть, чтобы за эту траву не переживать. Вот. И поэтому клумба будет без прополки. Так что вот здесь, вот видите, новенькое у меня что-то образовалось. Ну, в общем, здесь посадка, там посадка, тут посадка. Это все дело мы обложим вот этими камушками, геотекстиль натянем. Ну, получается, как дорожка вот эта вот будет. А это уже будет вот с корой посадка. Так что хотите, не хотите, клумбу показывать буду. Вот, потому что это мое сейчас... Ну, не сказать, что чем я живу, но к чему я прикладываю прям, можно сказать, душу. Шанька, а ну выходи с моей клумбы, что ты там разлегся? А? Вон у нас уже полезли, видите, эти одуванчики вовсю, уже все косить скоро надо будет. Не скоро, наверное, уже недельки через 2 надо будет косить. И этот, а траву тоже закупились, а это, девчата, АЭС, хорошая трава. А вон у меня этот зацвел, как его, терн. Это как типа слива, дичка, но он очень вкусный такой, и компот с него, знаете, такой прям аж, ну вот, прям насыщенный. И абрикосы, ну это все вон там наверху растет, дичка, дичка вот эта вся зацвела. А деревья еще нет, но почки уже вот-вот, уже скоро. А, нет, что-то там зацвело, какое-то вон дерево у меня в конце. А что это за дерево, фиг его знает. У меня ж есть вот это вот план деревья, а куда положила, забыла. У меня... По рядам расчерчено, где что посажено. Ну, в общем, по факту будем потом смотреть, какие плоды будут, так и будем понимать. Так что сегодня опять хорошо, у нас тепленько. Сегодня у нас опять весна. Вчера было не алё, как-то холодно и дождь был. Все. С лентой закончено, с лентой все укомплектовано. Достала, девчата, фарш. Пока приедем туда-сюда, он у меня подтает, разморозится. Будем лепить сегодня манты. Ну и на праздник, и на заморозку тоже. Вот. Посмотрела, ревизию провела в морозилке. Что у нас есть, что у нас нету, что надо купить. И куплю сегодня тыкву. И сделаем манты с тыквой. Потому что с тыквой как-то, ну, всем понравилось. Потому что они с тыквой как-то нежнее. Просто с мясом, ну, с фаршем, они какие-то грубоватые. А с тыквой прям вообще, и тыква вообще не ощущается, не чувствуется. Ну, и вообще, надо же как-то ее есть, хоть в каком-то ее виде, в каком-то ее проявлении. Просто так, как-то и я так, знаете, к тыкве, и дети, и Эдик, а вот в манты само то. Хожу тут такие дела, подделываю, Эдика жду. Эдик поехал на кладбище. Вот, что-то там они делают. И этот, ну, уборку надо же перед праздником там наводить. Поехал на кладбище, жду, сейчас подъедет, и все, я уже готова. В машину только запрыгну. Нормально у меня тут фарша, 2 кг, наверное. Манты много получится. И плюс тыкву, зелень возьму. В общем, такое все.
про все свои похождения по рынку. Это я уже вам, девчата, включу в следующем видео. А это видео сейчас выпущу, потому что вчера же не выпускала. А уже в комментариях двое человек там. Юля, видео будет сегодня? Юля, видео будет сегодня? Ждали. А вчера нет, не было, девчата, видео. Некогда было снимать. Обзор же прошел. У меня в приоритете, чтобы все было собрано, все отправлено. И тогда я уже, когда у меня на душе спокойно, все отправлено, я никому ничего не должна, тогда я уже со спокойной душой занимаюсь своими делами. Ну, в общем, все. На этом я с вами прощаюсь. Всех вас целую, люблю. До Луны и обратно. Всем пока.